А бедняк Николай Иванович. Родился 25 сентября 26 года. Был в оккупации. С февраля 43-го в моторазведроте. Первый раз пошел в разведку под Харьковом. Освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Герой Советского Союза. Где вас застал этот день? 22 июня 1941 года. Да, и как он помнится? Я в это время работал в колхозе. И смотрим, кто-то по полю галопом на лошади летит. Кричит: «Война! Война с германцами! Война!» Ну, мы, конечно, бросили все. Все, танк, свои трактора забросили на повозку и поехали в деревню. Приехали в деревню, а там уже митинг идет. Представитель колхоза, вот, бригадир тракторной бригады уже проводит митинг. Ну, и нас все мамами пробежала, плачь, обнимай меня. Я говорю: «Да что ты плачешь по-украински? Я сам с Украины, около Краснодона». Я говорю: «Что ты плачешь? Я что, на войну не пойду? Я же воевать-то не буду». А почему? Ну, я малый был. Я 26-го года рождения. Так мне было 14,5 лет. А-а-а. И мы не думали, что мы воевать будем, потому что мы думали, что и вообще нас же воспитывали так, что войны не будет на нашей территории, что мы... И шапками всех забросаем. Ну, короче говоря, митинг идет. Но я чувствую, что мы аж как-то повзрослели, когда уже... Когда вы услышали вот об отступлении нашей армии, о том, что немцы идут? Когда началась война, у нас была Волнухинская МТС, то всех работников, так сказать, тракторной бригады, этой самой, кто прицепчиков брали, эвакуировались. Мы эвакуировались. Угу. И вот я попал, значит, тоже, ну, в список для эвакуации. Мы брали и тракторы, и комбайны, и то, что можно тащить с собой, это по приказу мы забирали. Колхозные, коровы, овцы там гнали, все это, ну, это другие люди. А мы с тракторами и с прицепом ехали, так сказать, сзади них. И вот не доехали до Ростова, это 42-й год, ну, жарко было, и в Ставке мы купались. Вот момент какой был. Тогда ж не было ни плавок, ничего. Мы так, парни и мужчины в одной стороне, а за кустарником женщины. И вдруг, вот кто-то не вот такой, как сейчас стрельба, так вот, прямо кто-то стреляет по нас, пули прям. Смотрим, три мотоциклиста выскочили немецкие и начали по нас стрелять, кричать: «Хальт, хальт, хендехох, ком-ком». И заметили женщины. И тоже кричать: «Ком-ком-ком, женщины». И вот женщины идут раздетые и не знают, как. Вы извините, пожалуйста, ну... Тогда было, но вот она не знает как, и так прикрывает руку, и так. А метров 300 деревня, и там комендант, оказывается, был немецкий. И через переводчика дал команду, значит, чтобы вся эта толпа к нему ее. И нас взяли и поперли к нему. Вот он через переводчика говорит: «Вот сейчас оборачивайтесь все кругом. И оттуда бегом. Кто последний прибежит, то расстреляем. Бегом марш». Не, вот тут момент. Когда мы подошли, женщины начали плакать. Ну, они же не добегут же, как мы. Я говорю: «Хлопцы, давайте так. Вот я лично, откуда на меня взялось? Давайте все вместе бежать. Пусть мы прибежим позже, но будем все вместе. Пусть стреляют всех. Все, правильно, правильно». И так мы бежали. И когда комендант пробежали, он так видит, что мы тут сообразили. И говорит, что вот за то, что они вместе дружно пробежали, не расстреливать их. Никого. На конюшню. А конюшня там была колхозная. Вот там собирали военнопленных, уже сдавались наши солдаты. Ну, окружение же там было большое. И извините, нас... Николай Иванович, а одеться-то вам дали? Уже дали одеться, когда нас уже на конюшню отправили. А так мы голишком были, да-да-да. Ну, этот самый, нас построили и нагнали в лагерь на станцию Зверево, это Новошахтинск под Ростовом. И вот такая была жара, что мы даже не могли, тут такая жажда, женщины выносят нам и молоко, и кефир, ну, не, этот самый, сыворотку попить. А немцы не были, расстреливали даже женщин, чтобы не давали нам ничего кушать. И вы знаете, что уже начали люди пухнуть, неделю там, вот этот самый, вторую, люди начинают пухнуть от голода. Жара, вот, трупы уже вывозили, там, ой, такая паника. И вот бригадир тракторной бригады говорит: «Мальчики, кто может, давайте бежите, убегайте, иначе вы пропадете, погибнем». Вот у меня есть сало, и вот я говорю вам давать по кусочку, вот вы ешьте, жуйте, ну не ешьте, вернее, кушайте. Угу. И вот он каждое утро нам, у нас было 4 человека, 4 кусочка отрезал, и каждому дал по кусочку. И я ей в рот, и он.
И вот это только нас спасло, между прочим. Ну, короче говоря, через 2 недели мы решили бежать. А как бежать? Так не просто взял ты и побежи. Мы, нас каждое утро выгоняли, значит, этот самый, умываться. Ну, колючая проволока подходила прямо к этому зданию, и там можно было пройти так. И мы бегом. А к станции Зверево там насыпь, и на насыпи, высокая насыпь, железная дорога была. Вот. И мы уже царапкаемся, уже этот самый, ну, боимся. А он как заметил, и как с пулемета дал, понимаешь, за 3 очереди. И уже пули разрывались, рельсы пробились, ну, шли, и мы переварились через этот самый, через эти пути. И, ну, там уже он нас ничего не мог сделать, потому что мы были в укрытии. Смотрим, навстречу по дороге к нам едут этот самый, 2 повозки. Я говорю: дядя, дядя, возьми нас. А он говорит: куда? Да вон, слышите ли, это немцы за нами гонятся. А вы откуда? Мы с лагеря сбежали. Но мы что, гражданские пацаны? Он руку дает меня, и то, вот, и мы едем, дал вожжи, и мы едем. И навстречу немцы едут. И переводчик спрашивает: вот 2 солдата сбежало с плена, тут не видели? А этот дядька говорит: он там побежали вниз какие-то, 2 налево туда куда-то. Он и туда стреляет. Убежали, значит, пошел я домой. А хата наша была совсем самая крайняя. Я стучу в окно. Мама кричит: кто там? Я говорю: мама, це я. Сынок, це ты я. А мы вдвоем зарешили с этим. Она открыла двери, упала на колени. Ну, знаете, как мама. Нет, не только моя. Это же каждая мама обрадовалась. Мы переночевали, утром уже староста пришел. Вот завтра идите в общину на работу, будете работать. Ну, мы пошли, куда же денешься. Вот, ну и так я вот попал на оккупированную территорию. Мы решили добывать уголь и помогать старикам, ну, женщинам. И вот так днем, значит, мы рубим этот уголь, вот, и развозим по хатам. Ну, они там нам давали кое-что покушать, там, ну, может, самогон бывало там, вот. И так до 43-го года, до января месяца мы там пробыли. В феврале месяце полезли мы тогда в забой уже. Не накричать: Коля, наши идут. Дядись на лыжах едут. Ага. Комсомольцы есть, ребята говорят. Я говорю: есть, то я. Слушай, а как, Малчик, а как нам пройти на Луган, на Ворошиловград? Чтоб, ну, не минус большаки там где-нибудь. Я говорю: знаю. Он говорит: что? Ну так давай, говорит, помоги нам. Ну давай, я маме прихожу. Она плакала: а сыночек, да куда ж-то люди? Да тебе ж там где-то убьют, а узнают, да не ходи. Не, пойду. Я как пошел в эту роту, и так я в этой роте и остался. Это 14-я гвардейская моторазведрота. Ну и так я стал разведчиком. А первое мое крещение я запомню навсегда, как я первый раз пошел в разведку, это кино было. Это знаете, что это уже было не у меня на родине, это уже было под Харьковом. Вызывать мне командир взвода с ушкой, говорит: ну что, Микола, пойдешь в разведку, ты как шахтер, дадим тебе противотанковую мину. Это, знаете, это килограмм, наверное, 7 или 8, и надо тащить с собой. Автомат, этот самый Тагенцев сержант, один разведчик и командир, и мы полезли. И засекли снайпера. Он с переднего края своего немецкого, то есть с первой траншеи, выползал где-то метров, ну, 30-40 вперед. Там такая, ну, возвышенность была. И там окоп оборудовали ему. И он там рано утром залазил туда и целый день там сидел. Ну, стрелял, убивал людей, наших солдат. Вот. А ночью уже, когда темно, собирал, брал свою снайперку, идел и спал. Но потом как-то нашли этот самый, потому что подползли туда к этому окопу, а там гильз сколько-то, сколько гильз, сколько наших солдат погибло, между прочим. Он стрелял метко. И вот мы решили, что это этот окоп. Он говорит: Микола, лезь на меня, лезь в окоп. Я залез, лунку выкопал, запасал туда этот самый противотанку и мину, замаскировали и поползли назад к себе. На НП подползли, пришли, да, докладывают начальнику разведки дивизии. У нас начальник разведки дивизии был подполковник Севрюков Анатолий Дмитриевич. Да, докладывают, что вот так и выполнил задание. И потом слышим выстрел такой.
черный дым. И как немцы этого разорвало его, понимаете, так это, ну, видно, как шинель, как ноги полетели. Ну, вот так же, ну, 200 метров всего, и зима, видно все было. И вот так это мое первое крещение было. Командир дивизии сразу приехал на НП сюда. Вот, ну, поблагодарил нас, пожал, значит, оформить на награды тех. А мне вытаскивают из сумки значок «Отличный разведчик». Это первая моя награда была. Прицепили, мне такой радой было. У нас же в разведчиках Гагарина было орденов. Думаю, хотя бы один какой-нибудь. И я, бывало, так никого нету, возьму, так на труху гляну, блестит. Ну так, радой было, прямо не знаю. А какое оружие самое надежное в разведке было? Вы понимаете, у нас самый надежный автомат. Причем, между прочим, у нас оружие, автоматы были все немецкие. Нам это надо. Не потому, что оно хорошее. Нам надо это было. Почему? Потому что, когда стреляешь с ППШ, это, ну, по звуку видно, что-то русское. А когда стреляешь ты с них, их автомат, это, ну, немецкое оружие. Это обязательно у нас был автомат, финка, гранаты, все, больше ничего. Финкой учили пользоваться? Ну, а как же, это же наше оружие было. Ведь, понимаете, задача наша была не убить немца, а взять живым. И финкой только, и работаешь. А через линию фронта как переходили? Обычно с боями или по-тихому? Ой, ребята, это, знаете что, это очень и очень сложно. Понимаете, вот, мы не всегда же можно напасть на огневую точку, взять языка. Это уже искусство разведчиков, это искусство командиров. Это должна быть смелость, умение, понимаете, вот. Поэтому вот у нашей разведроты все были из тюрьмы, все были, ребята смелые были. Так вот, вот эта вот смелость и умение, это, конечно, и пройти можно и передний край незаметно. Бывало, мы часто заходили так в тыл и ловили хорошо этих связистов. Угу. Бывало, пройдешь передний край, первую траншею, вторую, а потом уже третью поднимаешься и ходишь. И находили связь, вот так вот связь, да? Связь перерезал, концы забросил, засаду сделал, он сам пройдет. Он звонит, связи нет, думаю, порыв. Автомат за спину, связист берет этот самый шнур и бежит. Прибежал, ага, один конец есть, а другого начинает копаться тут, связывать радой. А мы только раз, и он сверху, кляп рот, и все, язык есть. Вот я помню, под Харьковом взяли повара, и он ничего не сопротивлялся. К Донцу подтащили его, он понял, в чем дело, и как упрется вот так, когда мы с другой такой, вид, повар был. Мы его так и под бока поймаешь, и за волосы, а он ни в какую. Таинца у нас была, я говорю, у него была одна рука, как вот у меня два кулака. И он ему как шарахнул, и все. Тот голову повесил, кровь его пошла с ушей, вот, и с носа. Ну, и он подчиняется, мы ее тащим, притащили, в лодку посадили, значит, он упал, ну, сел так, и посадили его на правый берег свой, приплели к нему. А он не жив, он его убил. Убил, прямо кулаком как ударил, и все. Мы ее притащили на НП. Доказываем, вот нет, задача не выполнена. Только живого надо было. Вот так был такой случай. Николай Иванович, а вот говорят, что очень часто разведчики брали языка в сортире. В туалете, нет? Ну, не приходилось. Не знаю. Разное бывало, но так не приходилось. Честное слово, не приходилось. Брали в постели. Брали с любовницами, те, которые гуляют. Брали, нападали мы на рестораны. Угу. Вот зайдешь в тыл, да? А они, ну, танцы, ну, кто же немцы, да? Вот там брали, ну, разбивали их, громили. Мы даже немцев брали днем, открыто днем, вот когда метель, сильно пруга, дождь проливной. И вот ночью лазим, ну, ни хрена, извините, не возьмешь, да? Вот, а потом идем, ну, пошли. И идем. Ну, метели. Они же такие были кислые, когда мороз. Наш русский солдат, он более-менее был сильнее. Вот, они замотают одеяло, замотаются, понимаешь. У блиндажа там это сидят, понимаете. Так мы раз набросили, взяли двух, их побили, двух взяли, провели прямо днем. Ну, ну конечно, при погоде такой, когда метель там, это, вот так вот, тоже брали.
Значит, вы воевали на Украине. Да. А вот расскажите про Днепр. Как вы стали героем? Я же героем стал 18 лет мне было. Ну, мы разведчики же были впереди, значит, где-то, может быть, ну, километра 2-3 двигались впереди дивизии. Вышли мы на рубеж к Днепру, нас обстреляли фашисты. И вот нам задача форсировать Днепр ночью, захватить боевое охранение. Мы ночью начали переправляться так, в лодке. Пропали большую половину, никто не стреляет, и никто ракеты не бросает. И уже, ну, вот уже скоро берег, а этот самый. Потом они ракеты бросили и заметили нас. Командир, старший лейтенант Резнов со мной был. Огонь! Я как начал стрелять с пулемета. Очередями, понимаешь? И лодка не вперед, а начала назад ехать. Ну, ты что, встал на одиночный? Ну что, пулемет, я на один пах-пах-пах-пах. Вот там ребята тоже с автоматов выскочили, забросали. Мы двух немцев убили. Один убежал в свою основную оборону. Да мы же даже видели, это уже утро было. И мы заняли 3 окопа. Саша Резнов говорит, что этот самый, говорит, давайте бруствер теперь на запад оборудуйте, потому что не пойдет в атаку. Ну и долго не пришло ждать. Уже рассвет, они до взвода где-то, понимаешь, немцы пошли в атаку. Он говорит, без команды не стрелять. Сам на левый фланг так выдвинулся. Командир с автоматчиком. Но мы подпустили как можно поближе, открыли огонь, эту атаку отбили. Это атака была. Но у них тоже патриотизм здесь. Они еще одну, может, да, где-то, ну, не рота, может быть, 3 взвода. И опять на нас. Мы опять эту атаку отбили. И вот немцы уже больше в атаку не... Ну, не поэтому уже не пошли больше. Уже вечер. Я так в этом самом, в окопе сижу. Кто-то ко мне прыгнул, Вася Коматов, Женя Строгалев. И Андрей Грязнов. Ну, Микола, извини, что у нас роз нету, цветов нету. Поздравляю тебя с днем рождения. Почему ты запомнил? Потому что 25 сентября я родился. Вот как раз мне было 18 лет. Поздравили меня с днем рождения. Говорит, вот тебе 3 цинка боевых патрон, 5 боевых гранат, бей фашистов. Закончится война, мы отпразднуем твое день рождения. Так вот, благодаря вот нашей группе, 7 нас был, тай Миша Чеботков 8-й, мы дали возможность форсировать трем дивизиям, замплазам. Вот за этот подвиг мне присвоено звание Героя Советского Союза. А было вот ощущение во время этого боя, что это, в общем, последний день рождения в твоей жизни? Не только день, а последний день жизни было. И много. Такие были моменты, что думаю, ай, все, а теперь капут. Было, было, было. И в окружение попадали. И вот, и были такие бои, автомат на плечи, ай, пускай убьет, и пошел. А пуля не убивает. Пули как-то летят и не убивали. Ну, я не знаю почему. Вот было и такое, да. А вообще боялись на войне? Вот я, например, очень боялся. Вот некоторые говорят, я не боялся. Я не знаю, может, он и не боялся. А мне всегда было страшно. А после Днепра, вот как дальше, куда вы шли? А после Днепра было... Тяжелые бои были за город Кировоград. Вот там я первый раз встретил маршала Советского Союза Конева. Он мне показался каким-то суровым, такой какой-то здоровый. Ну, оказывается, он очень добрый человек. А потом я Конева увидел в 1944 году, уже в июле месяце, летом, когда мне вручали орден Ленина и Золотую Звезду. У нас в роте было 5 героев Советского Союза в одной роте. Дают команду. Значит, всех героев Советского Союза в штаб фронта. Он приказал выдать всем офицерское бронирование. Я как сейчас помню, такие хромые сапоги, галифе, шерстяные рубашки, пилотки. Шерстяные пилотки и с околышком красным, так это, ну, командирские самые. Ремни, портупе. Так ты знаешь, этот самый... Еще и нафталином пахло, да? И скрипят, ну, мы так он нас нарядил. Мы даже хотели в Москву отправить за орденами. А получилось так, что, ну, или я не знаю, что, говорят, нет, будет командующий вручать. И он нас, не только нам, 5 человек, а многим там ордена было. И вот он нам вручил ордена из «Золотые звезды». Ну, а потом начальник утыла говорит, что, ну, а теперь натяните палатку, дайте им хорошенько отдохнуть. После банкет же был еще. Первый раз я на таком банкете, я не знал, что делать. Вилок наложили там, ложек, понимаешь, я же не знал, что, да я, ну, деревни парень. А там так было сделано. И вот начальник тыла нам натянул палатку, я помню, да.
белые простыни. Мы же, ой, забыли, что такое простыня. Это в штабе тыла, в штабе фронта. Это километров 20-30 от фронта. Туда даже и снаряды не долетали. И мы начали там, ну, вроде, ну, отдыхать. Сказал, целую неделю они пускай спят, что хотят делать. Там нам канистры спирта привели. Ну, короче говоря, да. Вот он заходит с начальником тыла и говорит, интересно, а почему-то у разведчиков односпальные кровати. А тут растерялся генерал. Так это ж мы с медсанбата взяли. Так, а где если девчина будет, где они ляжут? Ой, они, говорит, разведчики уже с девчатами тут находят место. Даже вот такой юмор такой был. Честное слово. Вообще было на войне время до любви? Было. Любовь везде, и без нее не... Это вдохновляло. Между прочим, я же говорю, что вот эти девчатка, девчонки с медсанбата, они нас вдохновляли. Они знали, когда мы идем на задание. Они знали, когда мы возвращаемся. Они знали наше горе. Они знали, кого убили, кого ранило, кого... Они нам очень и очень здорово помогали. Очень. А любовь была. И у меня была любовь. Я же не отказываюсь. Ну, только, ну, не так, чтобы поженились. Во-первых, я не имел права жениться, потому что я солдат был. А командиры женились. По-разному их, правда, называли там тогда, таких, ну. А вообще разведчики народ веселый? Ну, сколько юмора, сколько... Слушайте, у нас же была и гитара, у нас была и баян, у нас и аккордеон был. У нас были весельчаки такие, рассказывали юморы такие. Мы, ой, это ж слушайте. Вы три раза были ранены, да? Да, у меня три ранения, из них два тяжелых. И первый раз это... 10 октября 43 года под городом Верхнеднепровском. Угу. Меня ранило интересно. Я когда говорю, что меня ранило в голову разрывной пулей, так некоторые... Ну, разрывная пуля. Угу. А я был пулеметчиком, я же вам говорил, да, диск. И мы на Пушкарёво, с острова на Пушкарёво, на деревню Пушкарёвку, приказ был поджигать дома. Так у нас были трассирующие пули. Я закладаю в пулемет трассирующую пулю и по крышам, бах. Ну, 3-4 выстрела, и крыша загорается. А там снайпер сидел. И он заметил и стрельнул. Он думал, что это каска, а он попал в магазин, диск. И я только увидел перед собой, ну, как молния, и взрыв. Пуля разорвалась, и вот эти все осколки пошли прямо вот сюда мне. Я так как лежа стреляла, вот это мне. Попали в медсанбат после этого? Ну, конечно. Я с потерей памяти у меня было, сознание. Контузия такая была. Вот. А потом я уже второй раз, мне равно, в сентябре месяце, тоже перед днем рождения, 17 сентября, на Дуклинском перевале в Чехословакии, Дукла. Там было тяжелейшее ранение. Мне от перелом плеча, слепое осколочное ранение с повреждением правого сустава. Вот. Я пролежал в гипсе 3 месяца, и я оттуда все равно сбежал на фронт. Только уже на южнее я тогда попал. Озеро Балатон, Секишвикервар, Будапешт, Буда, потом Пешт, форсировали мы Дунай, с Дуная мы опять, с Будапешта мы пошли на Чехословакию вдоль Дуная, форсировали опять Дунай на Вену, ну это же командование там. И мы попали, и День Победы меня застал в Вене, в Австрии. Баден город такой есть. Вот, я был сержантом. И боевое хранение у нас было. И вот я разводил боевое хранение. Уже начальником, как бы сказать, был, да? И вот сижу так этого в комнате, слышу, кричит Надя. А у нас традиция была кричать. Ой, победа! Коля, победа! И прыгает, ну, бежит с второго этажа на первый, обнимает меня, целует. Чего ты кричишь? Я говорю, ой, победа! Сейчас я услышала, по радио передали, что Жуков подписал. Ну, так как оно было. Угу. Это правда. Командир роты подняли. Командир роты... Не веришь в День Победы, а Басаид Саидович. Вот. Ну, тут давай разведчики выскочили, начали стрелять, кто вверх. Ну, что было там, пистолет, автомат, пулемет. Вот. Австрийцы поднимались, это же было 4 часа утра, в них же там на 2 часа, они даже не сейчас спят. А тут поднимались, победа, они обнимают, целуют наших солдат. И до самого вечера мы, а вина сколько было, ой.
Они очень рады были, что война. Ну, так ясно, конечно, и мы. И вот я там и написал первый раз письмо. Мама, я остался живой. А как я его писал? Значит, прибежал я такой радый, значит, ну, бумаги нету, и, ну, и тогда карандаши были, мы карандашом писали. Меня нашел я карандаш, вот, а он, ну, не заточенный. Я зубом так его, ну, начал царапать, а патроны были, патроны приложены были бумагой у цинком диска, да. Я так взял, мне же целый диск был, я так взял, вытащил бумагу длинную и пишу. Мама, я остался живой. Ой.